И всем привет, друзья! Вы на канале Мистер Кекс, с вами, как всегда, Вовкин, и мы продолжаем играть в игру King of Fighters All-Star. Пойдем сразу проходить сюжет, хотя подождите, тут у нас есть великолепная рулеточка, и у нас есть билетики, чтобы ее проходить. Отлично, хорошо, что нам тут выпадет, давайте же посмотрим. Так, ну это что-то такое прям не совсем хорошее, ну да ладно, стартуем дальше. Оп, можно вот так. Ух ты, два уже. А ну-ка еще раз. Получаем билетик, но пока дальше еще остальные не забираем. Может, нам выпадет третья такая штучка. Получить. И тогда будет бинго типа джекпота. Опять билет, смотри. Вот это красота. Ай-яй-яй, что ж такое? Бинго не получается чего-то. Да ё-моё. Еще две попыточки. Есть! Бинго, ребятушки. Вот это мне нравится. Все там, по-моему, что-то там бонус плюс 200%. Хорошечно. Так, что еще что-то выпадет? АП-30. Ну, тоже что-то, я думаю, что-то нужное, что-то хорошее. Так, все, отсюда выходим. Давайте пошли в почту. Что нам в почте? Получить все подарки. Все, это нам нужно для прокачки наших персонажей. Все, как говорится, пригодится. Так, ну и погнали, собственно говоря, в сюжет. В историю, вернее. Что-то я сюжет какой-то, да, придумал. Сага о Ротте. И на чем мы тут остановились? Мы остановились на главе 8. Так, пройдено. Вот, вот здесь мы, по-моему, остановились. Бойцов, наверное, давайте поменяем кого-то. Что-то, может, вы уже надоели не вам, да? Давайте пока выберем кого-то новенького, отменить всех. И кого же нам взять, а? Давайте возьмем, наверное, вот этого. Мэй Сирануи возьмем. И, наверное, вот этого. Я думаю, подойдет. Должны мы справиться. Все, в бой. Надеюсь, им уровня хватит пройти те испытания, что там сейчас будут. Всякие бандитики. Так, смотри, вот эта анимация на меня до сих пор удивляет. Сколько я уже играю в эту игру, не могу прям насмотреться. Реально очень круто. Ух ты, это что за... Это черепашки-ниндзя, что ли? Очень похоже, по крайней мере, да? Шемяк, удар воробья. Журавля, хотел сказать, получился воробья. Так, черепашечки. Вы, может, перестанете тут мотыляться у меня перед носом? Так, 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 так. Ну, пока все хорошо. Пока мы справляемся. Пока ну, хотя, с другой стороны, нам тут уже напинывают нас. Ух ты! Отлично, супер удар. Вот, смотри, анимация просто на уровне. Шмяк, шмяк. Так, бешеный журавль. Включаем бешеного журавля. Ух ты, промазал. Черепандер, а ну прекращай, все. О, еще один. Да сколько ж вас там? Прям непобедимое количество. Тоже ножками своими машут. Что-то там победить хотят. Так, все, вынес. Идем дальше. Чё тут? Надеюсь, не босс. Вау! Прям запинали толпой. Что ж вы делаете? Вот так вот. Сейчас всех раскидаем. Вот так вот. Так, стоп. Слушай, у меня хп прям тут уже катастрофически мало. А они все не отстают, не унимаются. Неугомонные какие-то прям. Получи, распишись. Так, чё, живой еще? Живой, да? Это ненадолго, парнишка. Блоки ставит, ты представляешь? Кто ж тебя такому научил, а? Где ты такого научился? Все, ребятки, босс, которого, скорее всего, я не одолел. О, кто-то новенький, смотри. Нифига. Бронзовый Кё. Бронзовый Кё подойдет моя суператака. Сделана без брака. В упаковке лучше тетрапака. Так, 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 так. Я его боюсь. Он тоже боится меня. Или он в блоке стоит просто? Ах ты, босяра. Ё-моё, все, вынес, да? Мэй Сирануи, твой очередь. Твоя, вернее, очередь. Мы ему пробили блок. Он там стоял, что-то защищался. Ух ты! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Иди сюда, родной, будешь получать трясюлей. Отлично, отлично, отлично. Ю-ху! Хорошо, так. А вы тут что стоите, а? Прихвостни стоят тут, понимаешь, да? Но они реально похожи на черепашек-ниндзя, да? Каких-то роботизированных только.
прихвостни этого босса, какого-то бронзового Кё. Иди сюда, Кё. Кё, да ты чё? Так, а ну-ка давай вот этого мужичка возьмем. Я не помню, честно говоря, как его зовут. Но он уже у нас получает людей сразу прям, не отходя от кассы. Только выбежал и сразу уже... О, смотри, как он мутузит лихо. Босс, босс, какой ты нафиг босс? Какой-то очень стрёмный босс. На, получай. Только глянь, он только блоки ставит, а. Хотя нет, видишь, начал драться потихонечку. Ножками своими механическими что-то машет. Так, это мой песик там гавкает. Его зовут Финик, кто не знает. И иногда он гавкает в окно на соседей. Так, мы что-то там побили в воздух. Ой-ой-ой. Босс начал прям злиться, смотри. Ух ты, у нас суператака. Отлично. Вот так вот. К сожалению, мы не насладились анимацией в полной красе, но тем не менее. Так, что? Я думаю, уже заглючило. Вот это круто. Мы победили, нам дали алмазики. Алмазики, и тут еще всякие вкусняшки тоже, конечно же, забираем. Так, тут нам дают подсказки, чё почём, хоккей с мячом. Так, получить награду, смотри, конечно же, мы все получим. Это все нужно для прокачки персонажей. Еще и 100 кристаллов. Это прям круто вообще. Так, пройдено, пройдено. Испорченный вкус, ребятушки. Будем сейчас проходить. Это что? Это диалоги? Но тяжело дышит. Это все, больше никого нет. Я очень хочу передохнуть, но меня не покидает предчувствие, что со мной словно случится нечто странное. Кекс. Нам, как нам составить реальный план победы над врагом, если мы даже не знаем, когда он на нас нападет? Как же меня бесит постоянно убегать, при том, что мы ни в чем не виноваты. Но, думаю, сейчас нам нужно убираться отсюда. Неизвестно, что будет, если мы продолжим сражаться с ними в том же темпе. Что будет, что будет? По башке им настучим. Мы единственные, кого пригласили на черный ковчег. Может, если мы отыщем организатора, на нас перестанут нападать. Сомневаюсь. Мы не знаем, можно ли ему доверять, но... В общем, нам при этом нужно еще сильнее экономить силы. Неизвестно, какие схватки ждут нас впереди. Мы бежим вглубь корабля, не зная, что нас ждет впереди. Смотри, думаешь, это самая дальняя часть корабля? Ох ты, что это такое? Мы попадаем в просторную комнату, похожую на офис. Наверное, это конец, но где же все-таки прячется секретарь? Если она выйдет и извинится прямо сейчас, я ее прощу. Изнутри все выглядит не менее впечатляюще, чем снаружи. Трудно поверить, что на корабле может иметься такое... большое помещение. Слышал это? Будь осторожен. Похоже, с охраной тут от чего-то плоховато. А встреча с какими-нибудь странными врагами в таком месте вряд ли будут нам на руку. Ух ты! Это какой-то избитый мужичок сидит. Почему он весь в крови? Перебинтованные руки. На полу лежит знакомый человек. Девушка подбегает к нему и хватает за плечо. Ха, это вы? Видимо, это значит, что... Тебе удалось стать чемпионом? Да, удалось, но почему вы здесь? Ну я ведь тоже боец, а для бойца желание бросить вызов сильному совершенно естественно. Вы решили бросить вызов организатору, даже не участвуя в турнире? О чем вы думали? Это же безрассудно. Безрассудно, говоришь? Эта миссия поручена лично мне, точнее моей семье. У меня были большие надежды, но в итоге он оказался слишком силен. Жаль, что я не увижу ваш с ним бой, но надеюсь, ты победишь. Я пошутила, когда сказала, что не могу вам помочь. Прошу, очнитесь. Но несмотря на отчаянные просьбы Ноа, он так и не открывает глаза. Ха-ха-ха, это кто такой красноглазый терминатор? У него что, винишка там в руке? Я отлично провел время в ожидании тебя. Что за алкаш? Пьет вино. Правда, это было лишь небольшое развлечение. Такого мне недостаточно. Кто ты такой? Прошу прощения, что не представился сразу. Меня зовут Ругал. Я всех отругал. Злостный Ругал. Я организатор этого турнира. И мы прошли миссию «Испорченный вкус». Завершено, но не пройдено. Видишь, надо, видать, пройти теперь.
А, нет, пропустить. Хм, странно, завершено, пройдено. Ладно, новиночка. Теперь тут придется уже подраться. Ну чё, давай пойдем, в принципе, теми же игроками. Надеюсь, они вам еще не надоели. Ругал Бернштайн. Я позволю... Чё так быстро? Я не успеваю читать. Что ж такое? Ах, ну блин, я не знаю, есть ли смысл читать, если мы уже все пропустили. Давай уже, короче, пропустим эти диалоги. И тут вообще бой будет или нет? Я что-то не могу понять. А, да, все, бой начинается. Кёкусанаги, он открывает нашу... Ух ты, это прям битва с боссом сразу будет сейчас. Интересно. Очень интересно. Слушай, что там, мне хочется от него убежать. Искусственный интеллект ИИ против нас играет. Эй, ух ты. Слушай, он силен батон. Как с ним воевать-то? И он даже не дает мне шансов ударить, наконец-таки. Еще и крутится, вертится, понимаешь? Получай, ругал. Ты кого там ругать собрался, а? Мне кажется, что он меня вынесет. Хотя, есть шанс победить. Я вечно не в ту сторону смотрю. О, ноу. Все, Мэй. Мэй Сирануи, вся надежда на тебя. Давай, колбась его. Колбась врага. Враг народа. Так, ой-ой-ой. Слушай, он реально сильный. Сильный, но не сильнее нашей Мэй. Так. Голубую полосочку вынесли. А что за голубой? Осталась фиолетовая полосочка. Фиолетово-розовая. Там еще желтая полоска. Ой-ой-ой-ой-ой. Избивает женщину. Да получай ты. Тебе не говорили, что девочек бить нельзя? Даже таких сильных и крепких. Так, там еще красная полоска. Вот за красной полоской, ребятушки, по-моему, уже все. Там будет его смертушка находиться. Так, 4, 3, 2, 1. Надо тут посидеть как-то, наверное, подождать. Чтоб накопились силы для удара. Какой-то... Куда метнула она свой этот? Вот, ребяточки, все, красная полоска это была последняя. Сейчас мы его вынесем. Я на это надеюсь. Так, а ну-ка, вот этот мужичок, давай, вступай в бой. Может, и посильнее. По крайней мере, у него супер удар есть. Ох ты, что там пошла за атака такая синенькая? Вот так вот, смотри. Лихо и очень красиво мы все вынесли. Ха-ха-ха, а это весело. Слушай, мы его побили, а ему весело. Я была бы очень признательна, если бы ты перестал воспринимать чемпиона как обычного бойца средней руки. Верно, я давно тебя недооцениваю. Че ты то ты делаешь? Ругал хватает свой плащ, после короткого мгновения тишины мое тело внезапно напрягается, словно ощутив приближение опасности. Это напряжение мне знакомо, я сжимаю трясущиеся кулаки, не отрывая от него глаз. О да, эти глаза, мне нравится твой взгляд, ты отлично впишешься в мою коллекцию. Ёшки-матрёшки. Он чё, в монстра кого-то сейчас превратится? Офигеть, слушай. Это очень опасно. Да ты чё? А ну прекращай, смотри. Надо от него валить. Ой-ой-ой. Он прям там серьезно атакует, слушай. И блоки все мои пробивает. Отстань. Хулиганьё. А, что? Меня там колбасит моего чувака, ты видел? Мэй, ты одна должна нам тут помочь. Против него справиться. Ё-моё. Слушай, какой он сильный парень, а. Континую. Нет. Нетушки. Мы, наверное, сейчас возьмем других игроков. Я чувствую, что с этими тут прям беда какая-то творится. Слишком маленький левел, слишком мало у них там хп и всякого такого. Ну что, ребятки, мы продули. Это, по-моему, первый раз, когда я продуваю вообще в этой игре. Интересно, так, куда, куда? Вот сюда нам нужно пойти. И мы сейчас поменяем команду. Мы сейчас возьмем 50-е левелы, которые... А их сюда брать что, нельзя? Отменить всех? Вот, можно. Возьмем вот этого чувака, он прям реально лихой. Вот этого. Ну и девчонку возьмем, тоже пригодится. 50 левелов все-таки, думаю, лишнее не будет. Так, ну вот этот ругал тут сидит, либо ругал. Так, побежденные мной бойцы.
Так, давайте сразу пропускаем. Просто хочется уже навалять ему люлей. Так, так, так. Вот появляется наш супер-боец Мукаи. Так, ну тут мы сейчас лихо вынесем, я так думаю. Вот, смотри. Отлично. Не с теми парнями ты связался, братишка. Вот и все. Вот и нету босса. Ну, конечно, он сейчас опять будет там что-то выделываться. Вот он снял свой плащик, да, такой, все, а я непобедим. Меня зовут Вадим. Хая. Что-то там, ух ты. Крутит, мутит. Выкрутасы какие-то свои. Получай, со шпагатины. Получил. Так, 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 так. Давай вот этого возьмем. Он с катаночкой. У него тоже ударчики хорошие. Ну, тоже. Вот, все, ребяточки, изи. Конечно, 50-й левел. Не ожидал, да, братишка, такого раскладика. Так, ну, все. Прошли. И вот реально было. Вот теперь было легко и непринужденно. Ладно, ребяточки, на этой хорошей ноте будем с вами прощаться. Не забывайте подписываться на канал. Конечно же, ставьте лайки. И хочу вам сообщить, что каждое утро в 9:00 на канале выходит новое видео. Поэтому не пропускайте. А с вами был Вовкин. Пока-пока. Скоро увидимся.